Друзья, всем привет! Предлагаю вместе со мной сейчас сделать необыкновенную распаковку орхидей, после которой мы с вами поговорим о непорядочности продавцов, которые обманывают целенаправленно своих покупателей. Увидим, что там с коробкой, раз, и, ну вот вы видите, я не знаю. Либо это так задумано, либо это, ну не знаю, посмотрим, друзья. Снимаю я упаковку с этой коробки. Вот такое вот состояние. Я не знаю, этот продавец, может быть, так упаковывает, и я зря, расстраиваюсь. Но давайте вскроем, посмотрим. Что там у нас с этой орхидеечкой, точнее, с этими орхидейками? Собственно говоря, я покупал цветущие орхидеи. Сами видите, я даже, знаете, по внешнему виду сложно сказать, что это за орхидея, да? Ну, состояние хорошее, цветы, конечно, засохли. Давайте посмотрим, что там у нас. На фотографии, конечно, все было красиво. Вопросов нету. Все, цветущие орхидеи, роскошные. Вытаскиваем. Аккуратненько достаю. Опа. Вот, друзья, это биглип, как вы уже заметили. Хотя особо тут сложно сказать, биглип это или еще что. Вот. Так, сейчас я уберу вот сюда. Ой, друзья. Здесь из, так сказать, живых цветов, которые можно посмотреть, на самом деле не так уж и много, да? И чтобы было понятно, что это за биглип, я вам сейчас один цветочек покажу. Ну, тоже сказать уже все о цветашке. Вот. Простите. Вот он, друзья. Бутоны отсушены. Вот. Вот такой вот биглип. Смотрите. Вот такой вот. 750 рублей. На витрине, конечно, он был роскошным. Вот. А здесь вот он вот такой вот. Вот такой, друзья. Я вставлю сюда фотографию. Не буду вставлять, не знаю. Достаточно вот этого вот цветочка, чтобы понять, как цветет. Как цвела эта орхидея, биглипчик. Вот такой вот красавчик. Так, ну что, давайте последнюю распакуем. Разворачиваю, друзья. Валяются у нас тут цветы. Причем уже сухие. Смотрите. Ну, здесь тоже, друзья, показывать, собственно, нечего. Тут даже понять невозможно, что это за биглип такой, да? Это биглип, да, друзья, это был биглип, то есть пересушенный, я не знаю, либо уже законченный в цветении, но, ну, сами понимаете, что цветущими их сложно назвать, да, эти орхидеи. Когда продают на витрине, показывают фотографии, я вот все-таки ставлю фотографии, какие они были на витрине представлены, вот сюда вот одна орхидея и вторая, как они были представлены на витрине и вот в каком. Это вот четверо суток, друзья, шла почта, это не так много, это быстро, то есть они уже упаковывались вот в таком вот состоянии, видите, то есть продавец упаковывает их вот такие вот уже все законченные свои цветения, то есть это не цветущие орхидеи, уже отцветшие. Я вот только за справедливость того, что нужно указывать, что орхидея отцвела. Не надо вот эту вот фигню вот эту заворачивать в кулечек, вот эту вот. Это вот самая настоящая фигня. Ну, будьте честнее с покупателями, но зачем так делать? Да, друзья, это вы посмотрели распаковку, которую я делал 16 мая 2021 года. Это было 1 год и 3 месяца назад.
Именно тогда я распаковал эти орхидеи, о чем было видео на нашем канале, но я не озвучил и не рассказал вам, кто этот продавец. Почему? Потому что на тот момент я посчитал, что это случайная, такая досадная случайность, что за 4 дня, конечно же, не могли орхидеи в том состоянии, стать в том состоянии, которое мы распаковали, потому что я уже почти 20 лет увлекаюсь орхидеями, я сотни посылок получал всевозможных, еще больше я видел посылок других архаманов, которые мне присылали распаковки, я смотрел, что там не так с этими орхидеями, делали анализ, много раз общался с самими продавцами и сам отправлял орхидеи, поэтому представление имею, в каком состоянии должна быть орхидея упакована, чтобы она была в том или ином состоянии после распаковки через то или иное количество дней. И вот, друзья, буквально несколько дней назад одна из зрительниц нашего канала и участниц нашей группы Архамания ВКонтакте прислала мне в личные сообщения ВКонтакте свою историю взаимоотношений и покупки орхидеи у этого продавца. И это стало, наверное, последней каплей, потому что за этот год и 3 месяца было очень много жалоб от этого продавца, у которого мы сейчас смотрели мои распаковочки, но эти распаковки еще не закончились той истории, вялой истории. Продолжение было и попозже, мы сейчас посмотрим на продолжение. Я напомню, те, кто следил за историей этих орхидей, те помнят, в чем еще был подвох этих орхидей. Кстати, мы сейчас на них посмотрим, в каком они состоянии. Так, друзья, вот такое вот состояние сейчас этих орхидей. Тех двух отцветших биглипов, которые мы год и 3 месяца назад распаковывали. И, значит, эти два биглипа, друзья, они у нас входят в плейлист, который называется «7 биглипов». Это где мы сажаем биглипы вот в такие мерные стаканы. Потом мы еще больше стали сажать. Но, друзья, всю историю этих биглипов можно проследить именно в том плейлисте. И когда после распаковки мы еще начали внимательнее рассматривать орхидеи, оказалось, что у одной из проданных этих продавцом орхидей оказался вырванный, друзья, цветонос. Вы помните эту досадное открытие, обнаружение, скажем так, когда у орхидеи мы обнаружили просто с корнем дырку, вырванный цветонос, вот она там дырка, и как раз была такая серия видео, где я рассказывал, что делать, когда в самом основании есть дырка от вырванных цветоносов, от вырванных корней, по каким-либо там причинам. Вот такая вот дырочка. В общем, в итоге, конечно же, с орхидеями все было хорошо. Они у нас цвели долгое время на заднем плане. Я уже в первом своем домашнем цветении, после того отцветшего состояния, в котором они пришли, на заднем плане стояли, всю зиму цвели. Наверное, месяцев по 7 вот эти две орхидеи у нас дольше всего цвела безмолвная элегантность. Дольше всего цвела она, наверное, месяцев 8 цвела. А полосатый краб, та орхидея, которая совсем непонятно в каком окрасе была, она, конечно, где-то около полугода отцвела. На сегодня они вот в таком вот, друзья, состоянии. Конечно, очень-очень неприятно получать, покупать цветущую орхидею, а получать отцветашку, да еще и с дыркой в основании от вырванного цветоноса. И вот последней каплей стала история Людмилы Мартьяновой, которая прислала свою историю, свою распаковку именно обмана этого продавца. Одно дело, когда, знаете, один раз что-то у продавца происходит с отосланными по почте орхидеями. Другое дело, когда это случайность, да. Другое дело, когда два раза это уже какая-то тенденция, да. А три раза это уже, знаете, прям закономерность. В нашем случае продавец уже десятки раз с
свою недостачу, свои убытки с гниющими орхидеями, с начинающими пропадать орхидеями, перекладывает на плечи вас, простых продавцов. Мы сейчас посмотрим на ее аккаунт, я поясню, в чем ситуация, например, вот с Людмилой, да, когда больная орхидея заранее была уже упакована и отослана покупателю, потому что за такой короткий период времени с орхидеей, я не знаю, такое невозможно, да, вот как и в нашем случае, когда вот сейчас вы смотрели распаковку орхидеи, за 4 дня дороги орхидеи в такое состояние просто не могут попасть, даже уже засушенными цветами, да, в упаковке никогда цветочек за 4 дня так не засохнет, то есть орхидея заранее уже упаковывалась в плохом состоянии. И вот после той распаковки продавец, который у меня был в друзьях ВКонтакте, продавец, чье имя я не назвал, тихонечко удалилась из моих друзей и закрыла возможность ей написать. Ну, я, собственно, без претензий, потому что подумал, что такая история, возможно, просто случайность, и закрыл глаза. Но за это время произошло и еще вот десятки людей, недовольных, получивших прям вот, знаете, шлак от этого продавца. Ну, давайте посмотрим, какую орхидею получила Людмила Мартьянова и о чем, собственно говоря, она предупреждает вас через вот наш канал. Ну вот и здравствуйте, Скентион. Скентион или не Скентион? Сейчас мы посмотрим. Все стерто, отлично. Мария, спасибо вам за прекрасное растение. Кто еще хочет там заказать? Да, друзья, продавца зовут Мария. В чем, собственно говоря, история, которую я вот сейчас коротенько такое видео от Людмилы показал. Людмила заказала орхидею «Парфюмерная фабрика». Оплатила эту орхидею. Продавец ей показал фотографию этой орхидеи. И это Скентион, парфюмерная фабрика, цветущая, все. И, в общем-то, Людмила, как и я, купила цветущую, роскошную, прекрасно представленную орхидею. В итоге... Мария, если вы помните, я заказывала цветущее растение, а не то, у кого отвалилось все при распаковке. Я предлагаю вам вернуть мои деньги и не нагнетать обстановку. При распаковке, это уже, знаете, коротенькое видео, есть еще масса видео самой распаковки, Людмила прислала. Всю переписку с продавцом она, значит, прислала. И распаковывая, не то, что орхидея была цветущей, не цветущей даже, а то, что у нее еще и листья все отвалились, и наполовину все эти листья уже были желтые, даже не желтые, а уже коричневые, то есть она уже при отправке эта орхидея была заведомо больная. И, друзья, я сделал скриншоты фотографий и той фотографии, которую продавец прислала, якобы показывая, что это орхидея, которую она продает. И, скриншот с видео у Людмилы, какую она орхидею получила, и задаются вопросом, скеншон это, не скеншон. И вот на этих двух скриншотах я вам сейчас покажу, что продавец ей прислала не ту орхидею, которую изначально покупатель заказывал. Вот, смотрите на экран. Итак, друзья, вот посмотрите, здесь две фотографии. Значит, вот эта фотография, которую вы сейчас видите, это фотография уже развалившейся орхидеи, которую Людмила получила. И вот обратите внимание на циферку 31, где она находится. Вот здесь вся гнилушка. И по отношению вот этой вот циферки 31 расположение корней. И посмотрите на фотографию, представленную самим продавцом. Вот эта фотография, корни, все, жирники. Но обратите внимание на циферку 31, где она находится и где корни находятся. То есть... Смотрите, это надписи, да?
На фотографии, представленной продавцом, есть надпись «Скеншион», парфюмерная фабрика. 31 находится в галочке вот таких вот корней. А на том, что она прислала, никакой надписи «Скеншион» нету. Здесь все затерто. Можно подумать, что как будто бы стерли на той, что представляли при продаже. Но на самом деле, посмотрите на корни, расположены относительно циферки 31, и вы увидите, что это абсолютно разные две орхидеи. Та, что представлена при продаже на витрине, и покупателю была представлена орхидея, она абсолютно другая, отличается от той, какую покупатель, собственно говоря, получил. Но дело, друзья, даже не в этом, в том, что вот в такой ситуации может оказаться любой из вас. И я очень сожалею, что в прошлом году я не назвал имени этого продавца. И, может быть, десятки тех людей, которые смотрят наш канал и являются одновременно покупателями этого продавца, ну, могли бы избежать той ситуации, в которой оказался и я, в той ситуации, в которой оказались десятки за этот год, больше года, покупателей, которые очень часто и много мне писали в комментариях, что у Марии, а мы сейчас посмотрим на ее аккаунт, что это за продавец, я вам обязательно его сейчас покажу, чтобы вы могли знать и видеть, и в лицо знать своих героев, своих, как говорится, в лицо, да, и не наступать на грабли, на те, на которые, собственно, мы сами уже наступили и получили по шишке. Так, друзья, ну, вот он, собственно говоря, ее аккаунт Марии, фамилия ее Бабина. Родной город ее Березники, проживает она в Пермском крае, именно из Пермского края мы получали посылки. И история с парфюмерной фабрикой, последней нашей вот этой грустной истории от Людмилы Мартемьяновой, это тоже вот из Пермского края от Марии Бабиной. Вот такой аккаунт. Конечно, она картинку может сменить, поставить другую, но аккаунт поменять сложновато, потому что здесь огромное количество, видите, у нее подписчиков. Вот наши общие друзья, я уже говорил, 258 человек. Кто-то может сказать: ой, да, я у Марии покупаю, все всегда хорошо. Были, кстати, и защитники Марии, которые мне писали в личный, потому что эта история выплеснулась, об этой истории узнали в нашей беседке Донов Архаманов, группы Архамания, где нашлись участники, которые как бы стали защищать Марию, что неоднократно покупались, и у них все было хорошо. Но, друзья, я хочу вам сказать, что покупая орхидеи у продавца, можно не сегодня-завтра оказаться на нашем месте обманутых покупателей, да? Еще раз повторюсь, что один раз это случайность, два раза это тенденция, три раза это уже закономерность. В нашем случае Мария Бабина очень-очень часто подсовывает больные, умирающие орхидеи тихонечко покупателям. Таким образом она избавляется от расходов, от убытков, связанных с этим бизнесом, и перекладывает это на плечи самих покупателей. Мне вот не хочется, чтобы вы, друзья, оказались на моем месте или на месте вот Людмилы Мартемьяновой, или на месте тех людей, которые оказались вот до сегодняшнего видео. Но история с Людмилой, конечно, закончилась вроде бы и неплохо, потому что когда придали гласности в группе об этой истории, плюс в Телеграме еще в группе начала Людмила рассказывать о своей истории, продавец ей вернула эти деньги, потраченные на эту орхидею. Но вернула, конечно, громко хлопнув дверью, опубликовав в паблике на всеобщее обозрение карту, платежную карту, которую ей скинула сама продавец, покупатель Людмила, карту, пластиковые данные, данные пластиковой карты, то есть взяла, опубликовала вот ее во всеобщее
обозрение, друзья, от чего пришлось покупателю Людмиле эту карту блокировать, менять, отменять, в общем, ну, потому что на ней все данные были опубликованы. В общем, неприятная такая история. Я вам показал самого продавца, показал, я бы, наверное, и, знаете, может быть, и не снимал это видео, но просто за этот год действительно много жалоб накопилось, потому что, ну, редко встречаешь, очень редко встречаешь таких продавцов, ну, я имею в виду, когда сам я редко встречаю таких продавцов, которые с завидным постоянством делают неприятности своим покупателям. Очень редко. В основном подавляющее большинство ответственно относится к своей работе, и если где-то какие-то непонятки, где-то какие-то жалобы, даже вот на каких-то продавцов, у которых я покупал и покупаю орхидеи, я обращаюсь к этим продавцам, и всегда все проблемы улаживаются. Здесь, друзья, в моем случае этот продавец еще после прошлогоднего видео удалилась из друзей, и мне закрыла возможность написать сообщение. В общем, вот такая вот история. Ну и, собственно говоря, и все обманутые ей и недовольные ею отправляются туда же, куда был отправлен и я. В общем, друзья, не знаю, покупать, не покупать орхидеи у Марии Бабиной из Пермского края, это уже как бы решение ваше личное. Но, значит, купив орхидею, оказавшись обманутым, не говорите, что вы не были предупреждены. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья, и не попадайтесь на вот таких вот безответственных и, я бы даже сказал, нечестных на руку продавцов, которые подменяют орхидеи и подсовывают откровенные гнилушки.